Будь ласка. Дорогие уважаемые люди, сегодня наша страна проходит очень сложное время, и очень многие плачут, матеря плачут о погибших своих детях, отцы плачут, бабушки плачут, жены, дети плачут, и очень многие сегодня проходят скорбные дни. Только может Бог утешить. Только Бог может утешить сердца скорбящих. Я хочу сегодня напомнить вам, что Иисус Христос, Он прожил жизнь чистую и святую. Он пришел, чтобы взять наши грехи с вами на себя. Он умер на кресте за каждого из нас. На третий день Христос воскрес. Он есть живой, не мертвый. Призывает всех людей обратиться и покаяться. Господь Иисус говорил такие слова: «Придите ко мне все труждающие, примененные, и я успокою вас». Улица Марсельская.